нам подарили вот такие конфеты. Трюфелечки с перчиком. И мы с мальчишками решили провести семейный челлендж. Будем кушать конфетки. Кто съест? Ну, мы будем кушать по половинке конфетки. Мы не будем по целой конфете съесть. Есть. Кто съест свою конфету и не выплюнет, тому будет какой-нибудь подарок. Какой подарок мы еще пока не решили? Но мы решим и потом вам покажем. Не хочешь? Это ж конфеты! Твою, все вместе берем. Одновременно. Сейчас я возьму тарелочку. Надо успокоиться где-то. Или не одновременно. Какие конфеты! Да, вот такие вот они прикольные. Еще есть разные. Чем они пахнут? А как они пахнут? Шоколадом. Шоколадом и кексом? Да. Очень вкусные. Что, по половинке? Ага. Ну, сядь, пожалуйста, я сейчас нож возьму в руки. А ты скачешь. Так. Да у них вообще как будто шоколадные просто. Так. Илюш, ничего страшного, видишь, они просто шоколадные. И вот так. Как они шоколадные? Просто... Ну что, кто первый? Я. Давай, Дима. Илюш, сядь на попу. Дим, покажись нам, мы на тебя смотрим. Что? Оно не видно. Что ты говоришь? Нормально. Нормально? Такой перчик есть в конце. Еще съешь? Сейчас. Может быть, кто бы... Не запивая, нет. А, ты не говорила. Это так, на всякий случай, вдруг не выдержишь. Ну что, еще одну? Давай. Мне не видно, я не хочу. Так, Дима ест вторую. Молодец. Дима, мы на тебя смотрим. Ну-ка, покажи всем, как тебе конфеты? Нормально, есть немного перца. Да? Плакать не хочешь? Вообще почти не чувствуется. Серьезно? На второй вообще не чувствуется почти. Да? Илюша, ну садись на попу. Я буду есть. Давай, можно твоя очередь. Нет. Давай, Дима, две съел, ты чё? Илюша, тебе одну. Одну, тебе одну. А мне тоже целых две, вот целую я буду есть. Две штуки, две половинки. Сразу. Давай, тебе одну маленькую. Давай, давай, мы за тебя болеем. Пальчики держим. Давай, подарок хочешь? Нет, я уже... На компьютер это мой подарок. Нет, а ну хорошо, будет тебе компьютер, договорились. Давай. Будешь играть на компьютере целый час сам. И Дима даже не будет трогать тебя. Давай. Илья. Давай. Ну все. Ну давай. Да Дима вон две штуки съел. Ты че? Попробуй. Илюш, давай. Хотя бы кусочек. Давай. Прям ложи в рот всю. Нормально? Подожди. Ложи в рот. Сейчас потихонечку съест. Чего? Пей воду, если хочешь. Нет, давай ешь. Нет. Ты компьютер хочешь? Нет? На чай. Чай скорее сладкий. Чай. На, вот твоя вода. Вот твоя вода. Ну, ладно уже, мам. Еще конфетку? Нет? Ну иди смотри, я буду кушать. Я за ним не хочу. Дима, ты будешь пить, нет? Я не буду пока что. Да? Ну, есть такое горчеватое. Когда в конце вот первую я съел, мне... Я не знаю, горько было. Да? Ну что? Сейчас будет мама. Сейчас будет кушать мама.
Кушает мама. А что, ты меня видишь? Меня видно, да? Они сначала сладкие. Вкусный сладкий шоколад. А вот со временем постепенно. Тут их ты этих куриц. Тогда уже все. Я не знаю, как Дима их ел. Но я острое переношу очень тяжело. Ой. Да. Я думаю, все со мной согласятся, если Дима будет у нас победителем. Потому что я вторую половинку кушать отказываюсь. Мама, ты так две съела. Как? Одну? Вот вторая. Вот вторая осталась. Нет, я одну съела. Ну, у меня прям сильно-сильно стали течь слюни. Надо запить срочно. Да. Все получается, я выиграла. Да, Димка у нас победил. Лайки тебе, Димка. Фух. Конфеты классные, прям бомбовские. Тут у них есть еще, сейчас покажу. Есть еще выбор конфеток. Есть классический, есть с мятным вкусом, есть с апельсиновой цедрой засахаренной, есть трюфели с морской солью из геранда. И трюфели с кусочками печенья, макарон со вкусом малины. Я, конечно, хотела бы очень попробовать трюфели с солью. Мне кажется, это было бы очень интересно и необычно. Так же, как вот эти трюфелечки с острым перцем. Класс! Конфеты действительно очень вкусные. Вкусный шоколад. Но перец это что-то с чем-то. Это, конечно, на любителя. Я больше вот, ну, максимум одну и то с кружкой чая. Больше я не осиливаю. Конфетки удивили. Понравился наш челлендж? Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки и продолжайте с нами дружить. Мы будем рады. Пока!